Всем привет, друзья, с вами Виталий Буц и последний зимний новостной выпуск в этом году. За его поддержку благодарю Дмитрия К., Владимира Драгус Бусти и Павла Юрьевича, благодаря которому вопрос с музыкой и заставки на сегодня решен. Большое спасибо вам, ребята. Группа Outkast, с появлением которой в 2019 году многие очень воодушевились, и я в том числе, вот как это было. Ну что, произошла, как говорится, историческая хуйня. Группа Outkast, которая наделала очень много шума просто тем фактом, что она образовалась, выпустила свой первый сингл. Если название группы, в моем понимании, является отсылкой того, что трое из ее участников в свое время покинули Аматори, то название первого трека «Феникс» символизирует то, что вот таким образом они возродились. К расстройству многих объявили о распаде и опубликовали пост с текстом. Друзья, любая история имеет начало и конец. Мы приняли решение, что группа Outkast в том виде, в котором вы привыкли ее видеть, прекращает свое существование. Спасибо за то время, что были с нами, ходили на концерты, поддерживали издание и выпуск альбомов. Эта музыка останется с вами и с нами навсегда. Алекс, Дима, Игорь. После себя группа успела оставить два хороших альбома, клипы и кучу концертов, на некоторых из которых я бывал. У Игоря остается Idols to be Faded и Black Pyrus, у Алекса Monflame. Но, возможно, в ближайшее время мы услышим интересные новости и заявления от кого-то из ребят. Может быть, взамен старому у кого-то из них появится что-то новое. Что это может быть, пока остается только гадать. Какой ваш любимый трек Outkast? Этот выпуск вышел при поддержке, ну, реально полезного и нужного сейчас сервиса Spotibot. Сейчас многие задаются вопросом, как же установить приложение и подключить подписку Spotify, чтобы слушать зарубежные новинки. Я для этого пользуюсь Spotify ботом. Также эти ребята всегда делают скидки, и у них хорошо работает техническая поддержка. Никакого VPN не потребуется, просто пользуйся Spotify как обычно. И специально для вас, подписчики No Mercy Radio, мы смогли получить скидку 15% по промокоду No Mercy. Все оформляется прямо в Telegram-боте по ссылке в описании. Там же можно купить подписку в подарок, чтобы подарить дорогому для вас человеку. Тем более близится 8 марта. Большое спасибо Spotify боту. А теперь возвращаемся к новостям. На недавно выпущенный американцами Linkin Park трек Friendly Fire вышел еще и клип, который только усилил эффект. Видеоряд милый и трогательный, на нем кадры из студии, на которых ребята обсуждают, обдумывают и записывают материал. Веет от всего этого каким-то теплом и душевностью. И даже сама песня вкупе с этим клипом зазвучала более эмоционально. Согласны? «28 февраля, то есть для вас сегодня, а для меня завтра, грядет конфликт «Slow to Prevail». Думаю, уже сейчас вы можете пойти и заценить, что получилось, но, судя по тизеру, там все в лучших традициях. А еще недавно группа собрала самое большое количество людей, 3500 человек на своем хедлайн-концерте. Если учесть, что два дня подряд в Лондоне был солд-аут, то это 5000 человек. Поздравляю с рекордом и не останавливайтесь на достигнутом, вы крутые. Парни из столичной группы «Рубежи» поделились своими соображениями насчет завтрашнего дня в новом клипе на трек «Завтра». Бендплей-видео несложное в плане замороченности локации, но сделано со вкусом и смотрится хорошо, еще и с субтитрами для тех, кому важны слова. Своими впечатлениями о материале я уже делился, когда вышел альбом о шипах и розах. Кто еще не послушал его, советую это исправить. На контрасте давайте добавим выпуск немножечко акустического лайта от американцев Lil Lotus и Mod Sana. Ребята выпустили коротенький на 2.20 трючок под названием Blame Me For Everything, вини меня во всем. И мне показалось, что он очень вкусненький, прям мед для моих ушей. С удовольствием добавлю его в свой плейлист и буду переслушивать на Spotify. Группа «Линия», от которых давно ничего не было слышно и футболку которых я решил сегодня надеть, записала вот такое видеоприглашение на M-Fest. Дорогие друзья, приглашаем вас на наши эксклюзивные концерты 1 марта в Питере и 2 марта в Москве.
только 2 концерта, только 9 песен, только 5 участников. Москва и Питер. Увидимся в первый и последний раз. Последний раз. Питерский one-man band «Геодонист» выпустил фит с Егором Ярушиным из групп «Марина» и «Abyss Me». Получился неплохой трек с запоминающимся припевом и в целом интересным чистым вокалом. Рифачки, брейкдаун тоже присутствуют, звучит все взросло и как будто с легким вайбом тягучего альтернативного металла середины 2000-х. Ну и звуком занимался не абы кто, а итальянский продюсер Симоне Пьетрафорте, который как раз сводил последний альбом Марины. В марте на эту песню должен будет выйти клип, который мы ждем, ну а пока слушаем трек. Перемещаемся в Новосибирск, где молодая нью-метал группа Cold Trip, состоящая из парня и трех девушек, выпустила клип на свой трек «Паразит». Мне некоторые куплетные куски с женским вокалом напомнили старенькую группу Desperado. Может, кто-то из олдов помнит такую. Что касается Cold Trip, они собрались в 22-м году, совмещают старую и новую школу нью-метала, а еще мужской и женские вокалы. Уже имеют определенные успехи, их треки в кураторских плейлистах. Хорошо показывают себя в конкурсах. Группа молодая, а значит, есть над чем работать. Но главное, они нацелены расти и развиваться, а это похвально и, я думаю, даст свои плоды. В ностальгической рубрике с отгадыванием старого доброго сегодня фрагмент трека от стареньких российских металкорщиков с пластинки 2008 года. Кто еще помнит таких, увидимся в комментариях. Я на этом с вами прощаюсь. В четверг к 9 вечера жду всех на концертике в московском клубе «Джауда». А 9 марта мы прокатимся в Дубну, где состоится Women's Voices Fest. С нами сыграют две классные местные команды. Живущие в тех краях, подтягивайтесь, да и из Москвы при желании можно домчать за пару часов. Ссылка на встречу концерта ВКонтакте есть в описании. С новостным выпуском теперь увидимся уже весной, с чем я нас поздравляю. Должен сказать, что ваша поддержка донатами помогает мне делать свою работу. Не болейте, пейте витаминки, обнимаю, отстукиваю кулачок. Пока. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Спасибо. Yeah!